Значит, для чего это точно пригодится? Ну, во-первых, самый классический вариант, когда у нас есть одно большое интервью, и мы не хотим его терять, просто выдав в эфир, когда мы выкладываем его и на сайте представляем вот так, как я показывала вот в варианте с Дудь Ефремов. Второй вариант, когда мы берем, например, того же самого ньюсмейкера, того же самого Ефремова, но берем ролики, которые показывают его интервью разным журналистам в разных ситуациях. И таким же образом мы можем собрать вопросы, и, кликая на эти вопросы, будут загружаться другие ролики. Совершенно не обязательно эту разметку делать в рамках одного видеофрагмента. Третий вариант, который мы рассматривали, это вебинары, потому что переслушать вебинар или когда ты не успел на него, не успел в нем поучаствовать, очень полезно, когда вот сегменты, структура самого рассказа, она будет представлена в рамках таких интерактивных подзаголовков. Еще разные варианты мы смотрели, когда... Например, одна тематика берется, то есть не обязательно интервью, да, одна тематика, разные видеоролики, не знаю, там мы берем показы Жана-Поля Готье за разные года, и вот эти года расставляем и делаем ссылочки на эти видеоролики. То есть... Несмотря на то, что мы называем это интерактивью, и несмотря на то, что в основном мы будем его пока продвигать как сервис именно для долгих разговорных форматов, в принципе, это структурирование видео, оно может быть использовано абсолютно в разных ситуациях. И опять же, нет никакой концентрации только на задачу журналистики ни в коей мере. Это и для образования, и для... развлекательных медиа и для, в принципе, блогеров абсолютно здесь неважна тематика, какую будут люди использовать. Ну что, это предисловие, а сейчас давайте посмотрим, каким образом, собственно, создается этот новый мультимедийный формат. Мы работаем с готовыми видеороликами, следовательно, само интервью, либо само видео, которое вы будете размещать, оно уже должно быть загружено на YouTube. У нас нет... Мы не закачиваем этот видеоролик к себе в сервис, мы работаем только со ссылками, с готовыми, поэтому вы можете использовать как видео, которые выложены у вас на вашем канале ютубовском, так и те видео, которые есть на каналах других людей. Единственное здесь ограничение, единственная грабля, которая лежит, но это абсолютно везде случается, как только мы работаем с социальными сетями, как только мы работаем с сетевым контентом, если ролик будет удален на YouTube, естественно, у вас он не будет показываться в вашем материале. Итак, вот у нас есть один видеоролик, и это интервью с Михаилом Ефремовым. Значит, в ютубовском стандартном функционале есть такая кнопка, как «Поделиться», и вот короткая ссылка, которую дает сервис. Эта ссылка будет вести на начало ролика. Однако, если вы вот здесь поставите галочку, например, на 50-й минуте и 15-й секунде, то вот здесь он будет дописывать в URL, да, в ссылке, будет дописывать, собственно, с какой точки начинать просмотр. Собственно, вот наш сервис основывается на том, что мы можем такие ссылки делать не с самого начала ролика, а именно с любой точки. Следовательно, вы отсматриваете интервью, вы отмечаете, в какой, да, там, какой вопрос, какой вопрос, либо там на какой секунде видеоролика вы хотите, чтобы начался ответ. И вот здесь ставите, например, начало 8:20. И копируем вот эту вот ссылочку. То есть, по сути, у нас должен собраться документ. То есть, мы готовим документ, в котором будет формулировка вопроса и в котором будет ссылочка с конкретной тайм-меткой, с меткой времени, которая ведет на конкретную секунду, с которой будет начинаться ответ.
Таким образом, мы размечаем вопрос секунды. Вопрос секунды. И абсолютно неважно для этого сервиса, вы совершенно не обязательно должны по той же самой структуре, по которой интервьюер вел беседу, выстраивать свой материал. Вы можете переставлять вопросы как угодно, потому что, собственно, на что будет сервис реагировать? Он будет реагировать на вот эту тайм-метку. Если вы видите, вот у нас здесь 8 минут, 15, 13 минут, 938 секунда. Там, начинаем мы с конца, середины. То есть одно дело беседа живая, другое дело наш перемонтаж, который мы можем сделать. Что еще нам понадобится? Нам понадобится картинка, заглушка на наш материал с размером 640 на 480. И, наверное, на уровне подготовки все, что нам понадобится. Дальше мы идем на сервис. Я ссылочку пришлю, это ссылочка Силамедиа / интервью. И здесь, собственно, сервис мы постарались сделать максимально простым. Сюда мы записываем заголовок. Заголовок – это то, что у нас будет вот здесь. Вот это у нас заголовок. Дальше. Значит, что у нас с картинкой? Опять же, сервис не хранит эти картинки. И эту фотографию вам нужно залить на тот сайт, как вы делаете обычно заливку своих медиафайлов на свой сайт. Например, вот у нас это выглядит, у нас сайт на WordPress. И у нас здесь есть заливка там фотографий. Мы ее обрабатываем. Давайте посмотрим. Там говорится 640 на 480. Мы открываем нашу фотографию, которую мы хотим поставить. 640 на 480. И заливаем, как у вас на сайте, как заливаются иллюстрации. Добавляете этот файл в качестве своего обложки. В качестве обложки для интерактивью. Вот. Когда вы заливаете, ваш движок дает вам конечный URL этой обложки. Обратите, пожалуйста, внимание, что тот URL, который вы будете использовать в сервисе, он обязательно должен заканчиваться чем-то либо .png, либо .jpeg, то есть это финальный конечный URL, конечный адрес вашего файла. Значит, вставляем сюда адрес этой картинки. Сюда мы вписываем описание. Описание – это то, что будет показываться вот здесь, во второй колонке. Здесь буквально 2-3 предложения, смотрите, ставьте. То есть больше будет слишком много. Ну, здесь, естественно, должен быть текст не повторяющийся. А дальше мы идем в нашу разметку, копируем формулировку вопроса, добавляем формулировку вопроса, копируем адрес с тайм-точкой, копируем тайм-статус с тайм-точкой. Лучше, конечно, именно вопросами, потому что люди хорошо реагируют на вопросы. И для них ориентироваться именно вот в такой структуре удобно. Вот для примера, значит, я три взяла. И вот внизу у нас появляется уже, собственно, код, который необходимо вставить. То есть для того, чтобы этот скрипт отработал, чтобы сервис работал, вам не нужно ничего на ваш сайт ставить дополнительно. Никаких плагинов, никаких дополнительных кодов. То есть вы просто делаете в этом сервисе такую разметку и копируете вот этот код. Дальше что происходит? Вы идете, делаете тестовое
Вот, делаете тестовый, ну, для тренировки тестовый, если будете работать на практике, делать обычный свой пост на своем сайте. Значит, чаще всего на сайтах используются два редактора, либо визуальный вот такой, либо вот текстовый, куда мы вклеиваем все embed-коды, и код от YouTube, и коды от таймлайнов, тех интерактивных модулей, которые мы делаем на других сайтах. Сюда мы копируем этот скрипт. Давайте посмотрим, что у нас получается в результате. То есть у нас подгрузился полностью вот этот блок заголовок. Помните, в description я 3 раза скопировала заголовок. И, собственно... Ваша цитата... Ну, работает. Вы в 81-м... Ну, работает уже вот таким образом. Вот, собственно, и все, каким образом работает этот сервис.